Теплая погода вызвала обильное таяние снега, из-за чего тротуары и дворы превратились в полноводные реки и озера. Пешеходы вынуждены идти по лужам или искать пути обхода. Тему продолжит Григорий Ворванин. Была вот такая вот здесь узенькая полоска, вот эта, которую я могла перешагнуть. Потом, когда я уже возвращалась, стала вот такая. Таких фотографий и видеозаписей с лужей у подъезда в телефоне Лидии Королевой много. Жительница дома 306 на Октябрьском проспекте фотографирует их регулярно. Весной после таяния снега, летом и осенью после дождей двор больше похож на реку. Обойти ее пожилая женщина может с трудом. И вот это море разливалось. И это все я отправляла в исполком. Вот. Вот это вот с той стороны я снимала. Откачкой воды из дворов занимаются специалисты Люберецкого водоканала. Для этого создано 4 бригады. На минувшей неделе с помощью установок откачали 7000 кубометров воды. Если из двора выйти все же получается, то на пути встречается очередная водная преграда. Тротуары вдоль Октябрьского проспекта весной превращаются в венецианские каналы, которые не преодолеть без резиновых сапог. В администрации пояснили, проблема с подтоплением тротуаров решается. В прошлом году проводили снятие грунта. Также по весне мы сейчас все это дело сделаем, засеем травой. И также уровень грунта сделаем ниже, чем уровень дороги. Тем самым мы уйдем от того, чтобы тропинка подтопляла. Специалисты продолжат убирать снег и лед с тротуаров, очистят и дренажные колодцы. Все работы планируют завершить в течение 2 недель. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.